Театр молодежи открывает свой юбилейный 75-й сезон с представления по сказке Морриса Маэтерлинка «Синяя птица». Театру молодежи есть чем сегодня гордиться, кем сегодня гордиться. Хотелось бы представить сегодня главного художника театра молодежи, это Петр Окунев. Петр у нас вместе с режиссером Виталием Анатольевичем Дьяченко представят нашему зрителю премьеру спектакля «Синяя птица», который посвящен непосредственно юбилею нашего театра. На сцене театра зрители смогут увидеть и окунуться в процесс создания первой постановки на сцене приморского тюза «Как закаляла сталь». 75 лет назад театр показал юному зрителю, как важно иметь мечту и за нее бороться. Сказки Морриса Маэтерлинка и, собственно говоря, «Синяя птица» ровно потому, что мы же все-таки в пространстве тюза. Даже некоторым образом дольше тюза, чем камерного театра, театра молодежи или театра ленинского комсомола был такой период. А «Синяя птица» про матерь всех тюзов. Однажды Станиславский поставил «Синюю птицу», и у него не получилось. Не получилось до такой степени, что он сослал этот спектакль в утренники. И так в этой стране появился детский театр. А до этого и мысли такой не было ни у кого. Вот о чем думать нужно! Что нужно делать? Жестче, Паша, спрыгивай, жестче! Реальная история создания первой постановки театра юного зрителя. Воспоминания театра молодежи. Артисты, режиссеры, зрители, чьи жизни были связаны друг с другом. Мария Киреева, Настасья Лихман. Новости на восьмом.